bin aufgewachsen in einer Stadt, wo die Sowjetarmee stationiert war. Und ich hatte immer gute Bekannte, ja, immer Freunde. Und das Wichtigste ist, ich stelle mir vor, dass in Russland eine Mutter ein Grab pflegt von einem deutschen gefallenen Soldaten, weil sie das Grab ihres eigenen Sohnes nicht pflegen kann. Sondern sie sagt, ich pflege hier das Grab des russischen, des deutschen Soldaten, des deutschen Gefallenen und hofft, dass sie auch das Grab, dass das Grab, Grab ihres Sohnes hier in Deutschland gepflegt wird. Das ist für mich der wichtigste Grund. Das чувствуется такая вина перед историей. Значит, немцы более или менее хорошо поняли после национал-социализма, что повторить такого нельзя. В бывших концлагерях, например, там тоже советские люди лежат, ну, бывшие цвангсарбайтеры. К этому все очень свободно или нормально относятся. А чистые военные мемориалы, это, конечно, кое-что странное. Это сейчас мирные времена, поэтому есть люди, которые думают, не надо такие военные мемориалы, даже в центре города. Я так не думаю, но бывает. Память о погибших на святах. Мы суд вершить как люди не в состоянии, тем более говорить о тех людях, которые ушли из этой жизни. Тут это дело Божье. Вот. То, что победа была, это восторжествовала справедливость. Exzellenzen, Herr Generalmajor Zelinski, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen Berlins herzlich zu dieser Feierstunde. Mein besonderer Willkommensgruß gilt natürlich unseren Gästen aus Russland und all den Ländern, die Teil der Sowjetunion waren. Ihren Völkern wurde im Zweiten Weltkrieg unermessliches Leid zugefügt. Wenn wir heute zusammengekommen sind, um gemeinsam diese bedeutende Berliner Erinnerungsstätte wieder zu eröffnen, das sowjetische Ehrenmal und den Soldatenfriedhof Schönholz, dann sind unsere Gedanken bei den Opfern des Krieges, ihren Angehörigen und Nachkommen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich völkerrechtlich zum dauerhaften Erhalt der Ehrenmale verpflichtet, die damit verbundenen Aufgaben, also die Pflege, die Instandhaltung und Sanierung, sind dem Land Berlin übertragen. Millionen junger Menschen aus der Sowjetunion und aus Deutschland haben ihr Leben im Krieg gelassen. Die nachfolgenden Generationen, die von Krieg, Vertreibung und Folter verschont geblieben sind, tragen Verantwortung dafür, den dauerhaften Frieden zwischen unseren Völkern zu sichern. Hier in Schönholz нашли свои последние пристанища 13 тысяч красноармейцев. 13 тысяч моих соотечественников, погибших в плену, павших в тяжелейших боях за Берлин в 1945 году. Тиргартен, Трептов парк, Шойнхольц являются собой не просто сакральные объекты, места скорбного поминовения. Они – зримые символы нашей общей исторической памяти, сохранять и оберегать которую – святой долг
каждого честного, порядочного человека вне зависимости от его национальности. В духовщине под Смоленском открылась последняя из 10 сборных немецких солдатских погребений на территории России. Шенхольц и духовщина – два символа, которые свидетельствуют всему цивилизованному миру, что примирение и сближение для русских и немцев – не пустой звук, а живая реальность. Это выражение общего стремления обоих народов, не забывая о прошлом, вместе, рука об руку, двигаться вперед в светлое будущее. Открытие отремонтированного мемориала в Панкове является ярким свидетельством выполнения обязательств по межправительственному соглашению и бережного отношения властей Германии к расположенным на ее территории советским воинским захоронениям. Более 2 лет продолжалась комплексная реконструкция монумента под руководством Сената Берлина. В связи с этим я хотел бы выразить слова благодарности и признательности всем участникам данной реконструкции. Уважаемые дамы и господа, сегодня здесь присутствуют не только официальные лица и участники реконструкции. Среди нас находятся ветераны, очевидцы тех событий, чьи боевые товарищи захоронены здесь, на этой земле. Спасибо вам за вашу стойкость, веру, мужество, веру в победу и ваш великий подвиг. Jeder Mensch hat das Anrecht auf ein würdiges Begräbnis. Es ist sozusagen ein Menschenrecht, das auch nach dem Leben noch gilt. Kriegsgräber, meine Damen und Herren, aber haben eine darüber hinausweisende gesellschaftliche oder pädagogische Funktion. Sie mahnen die nachfolgenden Generationen, sich mit dem Leid auseinanderzusetzen, das durch Ideologie, Gewalt und Krieg verursacht wurde. Kriegsgräber sind somit auch Orte des Nachdenkens und des Lernens.